Всем привет! В сегодняшнем видео я хотела бы вам рассказать про свои новинки уходовой косметики. У меня, по сути, здесь две группы продуктов, поэтому я хотела бы вам поскорее рассказать о них, пока они вдруг не очутились в пустых баночках, потому что пользуюсь я ими достаточно долго, так что, если интересно, продолжайте смотреть. Начну я, конечно же, с моей большой любви, которая наконец-то смогла ко мне попасть. Это продукты The Body Shop. Мое первое знакомство с маркой The Body Shop состоялось исключительно из продуктов из чайной серии, которую я обожаю, и с тех пор у меня самые теплые впечатления о ней, поэтому я решила ее, конечно же, повторить. Вот, у меня три продукта из этой серии. Сейчас у меня пенка для умывания. Она, как обычная пенка, вы надавливаете, и здесь появляется такая пушистая пенка. Обычно я чередую эту пенку с другой моей пенкой для умывания, чтобы не сильно высушивать лицо, потому что ни для кого не секрет, что масло чайного дерева, оно все-таки имеет подсушивающее действие. Чередую этот уход и еще другую пенку. Мне очень нравится, что действительно хорошо очищает, действительно борется с воспалениями, высыпаниями и, в принципе, держит кожу все время в таком здоровом балансе, скажем так. Но если у вас сухая кожа, вам нужно быть очень осторожными с этим средством, потому что все-таки имеет подсушивающий эффект, помните об этом. Лосьон, который борется с несовершенствованием кожи. Он называется лосьон, но на самом деле это вот такой очень легкий флюид, я бы сказала, потому что просто как вот такое тающее молочко, очень хорошо наносится, мгновенно впитывается, реально очень круто помогает, если у вас какие-то вдруг пяки мягкие выступили на лице. За одну ночь очень хорошо снимает воспаление, покраснение. Если у меня есть какие-то важные мероприятия накануне, я пользуюсь именно вот этой парочкой, чтобы все точно было хорошо. И самый мой любимый малыш-спаситель – это просто масло чайного дерева. Точечно, очень хорошо подсушивает, очень хорошо и быстро снимает воспаление. Я иногда наношу сначала ночной крем, и сверху, прям когда уже совсем катастрофа, вот эту штучку там через какое-то время. Все супер. И мне больше всего нравится это масло, потому что то, которое в аптеках, мне кажется, недостаточно очищенным. И, ну вот я не экспериментирую с теми аптечными маслами, поэтому очень рада вот этому малышу. У меня есть такая крутая вещь, и на самом деле, если бы вдруг я попала в рай, я думаю, что я опознала бы его именно по запаху вот этого скраба для тела. Это просто что-то феноменальное. Это скраб с солью мертвого моря из их серии Spa of the World. Здесь вот такая очень плотная густая масса соляная. Ее достаточно нелегко разносить по телу, потому что очень жирненький такой скраб. После него вообще не нужен никакой крем, бальзам, даже не вздумайте, потому что ощущение напитанности остается где-то в течение 2 дней. Если у вас очень сухая кожа, вот этот вот скраб будет то, что вам нужно, потому что он очень хорошо умасливает, вот именно умасливает кожу. Может немножечко вот эта вот пленочка, которая создается, вас доставать, поэтому обычно, если я знаю, что мне нужно как-то быстро на себя натягивать одежду после этого скраба, я пользуюсь каким-то гелем для душа, просто чтобы немножечко смыть эту пленку, потому что я не очень сильно люблю вот эти супер ухаживающие такие штуки, когда остается на теле какое-то ощущение, что что-то есть. Но вот этот скраб, это просто my love. Еще один продукт, у которого невероятный запах, это парфюм от The Body Shop. У меня это запах Smoky Rose White Musk. Это туалетная вода, в очень красивом таком флаконе с градиентом. Что-то такое необыкновенное, насыщенный, восточный, пряный запах. Тут есть роза и реально аромат такого дымка, вот что-то такое теплое, как будто бы, я не знаю, вот знаете, как после пожара в розовом саду. Конечно, ужасное сравнение, но реально чувствуется запах розы и запах мускуса, перемешанного вот с этим дымом. Это просто что-то, если вы любитель вот таких тяжелых восточных ароматов, я думаю, что вам это может очень сильно понравиться. Так, теперь перейдем к марке Velleda. Я впервые с ней познакомилась, я никогда до этого ничего не пробовала, но мне многие блогеры прожужжали все уши. Я, конечно, как самый грязный человек на планете, взяла почему-то 3 геля для душа. Я не знаю, что со мной случилось, какое-то помутнение рассудка. Ну, наверное, мне кажется, что гель для душа — это та категория, которая заканчивается быстрее всего, особенно учитывая, что я люблю, знаете, горсть вылить себе геля для душа, вот так вот им оплескаться. В общем, это моя любимая тема. Поэтому я выбрала 2. Один на утро, а другой на вечер. Значит, здесь у меня тонизирующий гель для душа с облепихой и миндальный деликатный крем для душа с миндалем, собственно. Но такое дело, вот этот миндальный пахнет чистой вишней. То есть я была уверена, особенно вот по этим рисункам на этикетке, что это абсолютно вишневый такой крем для душа. И думаю, вау, какой классный запах. Пока не прочитала, что это миндаль, и немножечко у меня случилось какой-то разрыв шаблона. Так, это просто обычный белый крем. Он не очень хорошо пенится, вы просто наносите его на тело, как бы растираете его и просто смываете, после чего у вас остается чистая, реально приятная кожа. Мне нужно что-то такое, чтобы кожу не сушило и достаточно хорошо очищало. Поэтому вот
Этот малыш меня очень в этом плане устроил. Гель для душа, который с облепихой, он очень круто пахнет, он реально яркий, утренний, такой взрыв бодрости. Вот если вы любите принимать душ по утрам, то вот это то, что вам нужно. Он уже нормально пенится, он имеет тоже такую чуть кремовую консистенцию, но при этом он дает хорошую пенку, и мне нравится то, как он очищает. В принципе, вообще никаких претензий к этому нет. Крем для рук очень легкий. Мне очень нравится, что он в железной тубе, это очень удобно, и когда вы будете ее скручивать, я так всегда делаю, вы потратите продукт до последней капельки, ничего не останется на стеночках, поэтому я такое люблю. Обычный такой белый крем, очень-очень легкая консистенция, мне очень нравится, нанес, подождал минуточку, все впиталось, это дальше пошел по своим делам, хорошо увлажняет, у меня стоит на моем рабочем столе, в принципе, то, что нужно под рукой, очень приятная штука, думаю, что даже, может быть, поберегу его на лето, на более теплое такое время года, когда нужно увлажнять все равно кожу рук, но не настолько сильно, как, например, в зимние ветреные дни. И молочко для тела, несмотря на то, что я совсем не фанат всяких там мазюк и всего остального, я очень часто использую вот это молочко, оно очень хорошо успокаивает кожу, мгновенно впитывается, уже через 3 секунды можно надевать брюки на себя, так что вот это классная штучка, имеет этот очень приятный вишневый аромат, ничего не могу поделать с тем, что миндальная серия пахнет вишней, очень удобный дозатор, вот такая помпа, вы не лазите никуда руками, ничего тут нигде не разливается, очень классно и настолько сильно экономично расходуется из-за того, что он легкий, у него такая молочная консистенция и небольшого количества достаточно для того, чтобы нанести на все тело. И последний продукт от Велида, который у меня есть, это гель для душа из мужской серии, вот такой синенький, освежающий мужской гель для душа. В общем, освежающий мужской гель для душа, как мне сказал мой мужчина, говорит мне, что это такое, зачем ты мне дала гель для душа, который пахнет русским лесом? И я очень долго не могла понять, как пахнет русский лес, пока реально сама не попользовалась, потому что то, как пахнет в ванной после этого геля для душа, совершенно не то, как пахнет то, когда ты сам в ванной с этим гелем для душа. Пахнет реально русским лесом, хвоей абсолютно четкой, то есть не каким-то освежением, типа море, волны и все такое, вот мужиковья, вот эта тема, а реально медведи, балалайки, сосны, елки, все тому подобное. Вообще просто такой какой-то прикольный аромат, но он мне нравится, поэтому я думаю, что если кто-то будет сильно долго возмущаться, то я его себе и отберу. И последнее средство по уходу, которое у меня есть, которое я купила по наводке Дианы Суворовой. Это блогер, который оформляет мои прекрасные брови, если вы видите. Я оставлю вам ссылку и на нее, и на наши брови, как мы их делаем. Она очень сильно хвалила вот эту термальную воду от Эвиан. У нас наконец-то появилась в свободной продаже, поэтому я ее схватила. Пользуюсь пока что не очень долго, но я в принципе так скептически отношусь к термальным водам, потому что чаще всего я их использую либо в качестве увлажняющего средства именно до того, как наносить какой-либо крем, то есть я наношу немного термальной воды на лицо и сразу же быстро наношу там сыворотку или крем, который мне нужен в качестве базы. Либо же я, когда наношу какие-то маски, которые имеют свойство подсыхать, вот я могу их увлажнять постепенно термальной водой, чтобы они как бы не стягивали сильно лицо. Термальную воду в качестве термальной воды я практически никогда не использую. Мне очень нравится, что она такая крошечная, симпатичный дизайн. Если термальная вода такая же классная, как и их питьевая вода, то в принципе все супер.